5 секунд. 5 секунд, и команда «Динамо Нева» будет в большинстве играть. Нет гола, разводит руки в стороны Арина Орищенко. Нет, не надо сигналить, что заброшена шайба. Но мы раньше них посмотрим. О, вот еще одна спорная ситуация. Смотрели мультики и определили, что шайба не пересекла полностью линию ворот. Ну, якщо ви бросок і не кушало, вот это спасение. Это было очень красиво в исполнении вратаря команды «Торпедо». Тут еще подхватывает шайбу Оксана Митрофанова. Передачка на гол, но Лифатова, подставляя клюшку, не забивает. Казалось бы, просто 100% ситуация. Как эту шайбу остановила Равиля Айнулова? Этим самым большинством Пирогова на Фаляхову на Пирогову. Бросок и нет гола. Уже там руки вверх скинули некоторые хоккеистки. Ответ и бросок с неудобных, где шайба не совсем понимает Золотарева. Момент Золотарева в игре. Вот она, крупным планом сразу же. Смотрим эпизоды. За ворот здесь передача. Да, момент броска мы не видели. Дрианова там дежурила. Хотя команды уже сыграли 47 секунд в этом большинстве. И вот первый опаснейший выстрел. Ну, Равиля Айнулова совершает сейв, который, ну, наверняка попадет в какую-то подборку спасений. Может быть, недели. Хотя для меня это вообще спасение всей жизни фактически. В зеленом свитере. Ух ты, а это что? Вот это момент был одновременно с сиреной. Кто хотел идти уже отдыхать? Одновременно с сиреной Надежда Морозова просто вытащила ситуацию. Вот посмотрите, подскочила шайба прямо к Надежде Морозовой и локоточкам. О, Бойченко. Красиво. И снова здесь. И повтор показывают. Еще раз зрителям здесь посмотреть. Ну, правда, вот здесь здорово, очень здорово все было, и сумасшедшее спасение Золотаревой. Уже все обговорено. Вот, конечно, момент, и посмотрите. Екатерина Чегошева была очень близка к тому, чтобы забить, но шикарное спасение Золотаревой. Шайба в зоне с КСО, не удалось Екатерине Федорковой с ней выйти. И сейчас, по сути, 5-3 идет игра. Забивание напрашивается, и супер спасение Равиля Айнуловой. Впереди Бирюса, и вот это добивание, и прыжок Равиля Айнуловой. Я говорю по старым, как нас учили, как всю жизнь говорили, не повторение, а именно так. Еще один момент, когда выслушивает заслуженные аплодисменты в свой адрес Равиля Айнулова.